Всем привет! Представлюсь для тех, кто меня не знает. Меня зовут Леонид Йонесин. И я решил всех поздравить с наступающим 2017 годом. Под всех я подразумеваю, во-первых, своих друзей. Потом своих партнеров, коллег, знакомых. Всех тех, кто меня знает, близких и дальних родственников. А также и всех своих, скажем так, недругов. И кто меня даже, может быть, не знает. Какое-то время я был публичным лицом, и, наверное, я остаюсь до сих пор. В свое время я принял кардинальное решение своей жизни брать всю ответственность на себя за все то, что происходит, и взять судьбу в свои руки. Я поверил в себя, и я создал некий бизнес. В 2009 году я решил, что надо строить бизнес в интернете, потому что, ну, интернет повсюду и за ним будущее. Я начал сотрудничать с одной компанией, потом перешел на другую компанию, с которой и до сих пор сотрудничаю уже почти без малого 7 лет. И я за вот это время создал некий бизнес, создал многое. Я думаю, что у меня хорошие результаты. Я думаю, что такого результата некоторые, может быть, за всю свою жизнь не смогут добиться. Ну, к сожалению, я так говорю. Я достиг какой-то результат. Но пришел момент, когда у меня резко ухудшилось здоровье. И мне нужно было принимать какое-то решение. Либо дальше продолжать этот бизнес строить. Либо все-таки позаботиться о своем здоровье. Но само мое состояние уже сказывалось на то, как я вел этот бизнес. Потому что я игнорировал долгое время, даже несколько лет я игнорировал много мое состояние, но это сказывалось, потому что мое состояние, оно проявлялось и в моем общении с людьми, и в моем, может быть, там отсутствии там какого-то терпения или какого-то вот очень такого острого восприятия всего того, что происходило вокруг. Но я был вынужден обратиться к врачу. У меня была и остается пока, ну, на тот момент была обнаружена гиперфункция щитовидной железы. Это давало нервозность, это давало беспокойство на ровном месте, это давало резкая смена настроений, это дало просто учащение сердцебиения. Вот если у нормального человека 60 ударов в минуту, то у меня это было в разы больше, можете сами посчитать. Это дало резкое похудение. Я и сам хотел похудеть, но это привело к тому, что я похудел, от меня осталась только кожа до кости. И это привело к тому, что я просто не мог спать. Я не мог спать. Проходили месяца, где я практически не спал, даже вообще не спал всю ночь. Из-за чего? Потому что у меня было очень большое учащенное сердцебиение, очень большой интенсивный пульс, и я просто не мог спать. Понимаете, я не мог вот с таким давлением спать. И, конечно же, это сказывалось. И мне пришлось принять решение уйти, взять какую-то паузу и уйти на лечение. И я уехал в горы, в Румынию, в Карпатах, где свежий воздух, свежая, чистая вода, тут лучше воздух и вода, редко где можно найти вообще на этой планете. И я начал принимать гормональные таблетки, начал принимать интенсивный курс лечения, потому что мне это советовали врачи. Ну и в принципе я сейчас не жалею об этом, потому что я пришел к тому, к чему я стремился. У меня сейчас хорошее, можно сказать даже, что я в отличной форме, физической, моральной, интеллектуальной, духовной и так далее, эмоциональной. То есть сейчас у меня минимум, то есть прием гормональных таблеток сведен к минимуму. Поэтому я достиг того, что я хотел. Но оказалось, что за это время меня очень многие люди просто предали, покинули и составили свое какое-то мнение. Как вышестоящие, так и нижестоящие. То есть было неправильно все это воспринято и, конечно же, было неправильно... Ну как, скажем так, это привело к тому, что я потерял многое из того, что я построил за все эти годы. И вот я хочу вас всех поздравить и хочу сказать, что у меня отличное настроение на следующий Новый год.
И я опять же беру ответственность на себя полностью. Я опять верю в себя. И я вас благодарю всех тех, кто мне когда-то отказал, и даже тех, кто меня предал, даже тех, кто бросил меня, отказался от меня. Я благодарю, потому что благодаря вам я вышел из зоны комфорта. И я за 2017 год собираюсь совершить еще больше того, что я совершил до этого. У меня великие цели, великие планы на этот год, на предстоящий год. И вы увидите, а может и не увидите, я главное, то есть я не хочу никому ничего доказывать, я просто хочу для себя делать какие-то выводы и идти дальше с этими выводами в новом году. Я приготовил вот такой маленький спич. Ну, во-первых, хочу вам сказать, что этот год, вообще эти 2 года, они были очень трудными для меня. А последний год, это был год обезьян, это был мой год, потому что я родился в 80-м году, вот 3 раза по 12, это как раз 36, мне 36, это был мой год, 2016 год обезьяны, но получилось, что он был самым тяжелым в моей жизни. К сожалению, и мой отец умер в этом году, это уже не смешно, Царство Небесное ему, как говорится. Но я, в принципе, знаете как, главная мысль, главный итог, то, что я хочу избавиться от иллюзий. Этот год научил меня, как чинить собственное сердце, как собирать себя по частям заново, как справляться без людей, про которых ты думал, я думал, что они будут в твоей жизни долго-долго. Этот год научил меня, что никто по-настоящему не с тобой, что нужно разбираться со всем самому. Никто не поставит тебя обратно на ноги, кроме тебя самого. Вы знаете, люди как двери. Знакомишься с кем-нибудь и видишь симпатичную дверцу с медным номерком в завитушках. Толкнешь, а за ней крошечная комната, 3 на 2. Поговорил с человеком 5 минут и чувствуешь, как тесно в его обществе, как скучно среди полочек с цветочными горшками и плюшевых медведей. А бывает наоборот, откроешь обшарпанную дверь, а там вселенная, кометы, планеты, Млечный Путь, но таких мало. Обычно за дверью либо коридор узкий и длинный, либо стена. Сколько в нее ни стучи, ничего кроме глухой кирпичной кладки не увидишь. Понимаете, я во многих людях просто разочаровался за этот год, но это на многие вещи открыло мне глаза, и я этому очень рад. Я рад, вот какую они роль сыграли в моей жизни. Как говорит Жванецкий, я потерял знакомых и приобрел друзей, потому что многие, которые называли себя моими друзьями, они остались за кадром, они остались в прошлом. А многие стали моими друзьями, я со многими, очень сильно подружился тесно. Я очень благодарен, что были такие люди, как Леонтий Орес, Альберт Любчика, как Евгений Притаковский. Я не говорю уже о моей жене, которая постоянно со мной рядом, как Ирина Королева, Светлана Кульчицкая, Дмитрий и Галина Каравай, которые были всегда со мной рядом, поддерживали. И я прошел через это, я сам сейчас воспрял просто. Я всегда был мечтателем. Зато мечты у меня всегда высочайшего качества. Это я цитирую Макса Фрая. Я уже давно обнаружил, как он говорит, что все они сбываются. Я подписываюсь. Рано или поздно все мечты, так или иначе, причудливым каким-нибудь образом, через пень-колоду, как вот сейчас, а то и вовсе, извините меня за французский, через задницу, но сбываются непременно, неотвратимо, блин. Но вы знаете, мне надо избавляться от иллюзий, я это сделал, поэтому я не хочу идти с этими иллюзиями в следующий год. Доверие, оно как, знаете, как нервные клетки, практически не восстанавливается. Разум самовосстанавливается, разум занимается излечением души и врачеванием плоти. Кто-то говорит, нас лечит время. Нет, все обстоит не так. Нас лечат уединение, сила воли и умение анализировать жизненные события. Мы исцеляем себя сами. Я доверял очень многим людям, я очень многим людям делал много добра. Понимаете, меня так учили, я многие лет слышал это со сцены где-то или там с каких-то источников или каких-то авторитетов, что нужно отдавать полностью всего себя. И я жил этим, я отдавал вот так, знаете, как
жил в иллюзиях, я отдавал и был готов отдавать, но мало кто шел мне навстречу и был готов также отдавать и также вкладывать. Я не был в этом плане прагматичным, и мое решение быть прагматичным в следующем году. Доверяя безоговорочно человеку, ты в итоге получаешь одно из двух. Или человека на всю жизнь, или урок на всю жизнь. Я получил один урок на всю жизнь. Например, у меня больше нет терпения общаться с некоторыми людьми, которые вызывают у меня лишь отрицательные эмоции, я с ними не буду общаться. Я не хочу никому ничего доказывать, кого-то в чем-то обвинить, нет. Я не стал высокомерным, отнюдь. Просто я научился понимать и ценить тех немногих, которые ценят мою любовь и мое отношение к ним. Я понял, что слова ничего не значат. Нужно наблюдать за действиями людей. Наблюдайте за действиями. Кто бы что бы ни говорил, какой бы авторитет ни говорил, там верующий человек, неверующий, там мусульманин, христианин, я не знаю кто еще, там буддист, там протестант, католик, православный, не знаю кто. Смотрите на дела. Я понял, что если человек теряет мое уважение, то как бы я ни старался, я никогда не смогу относиться к нему как прежде. Я понял, что некоторые вещи я не смогу забыть, но я могу простить. Я прощаю всех. Я не буду сейчас цитировать. Я прощаю и отпускаю всех, потому что я не хочу с этим грузом идти в Новый год. Я понял, что самый лучший выход из некоторых ситуаций – это отпустить все и помнить без обиды. Я понял, что если я перестаю обижаться или ругаться на человека, то он для меня становится никем. Я понял, что те люди, ради которых я бы раньше рискнул жизнью, этого не стоили. Я понял, что я не могу доказывать правду, потому что она у каждого своя. Я понял, что я больше ничего не хочу иметь общего с людьми, которые когда-то плохо поступили. Пусть у них все будет хорошо, искренне желаю им это, но пусть они будут подальше от меня. И есть еще такое хорошее, интересное, что изречение «все плохое, что происходит с тобой, это не наказание за прошлое, а испытание ради будущего». Я уверен, что у меня отличное испытание. Я не буду пытаться вернуть тех, кто сам от меня отказался, ни в коем случае. Но, как говорят еще, не надо удерживать тех, кто уходит, но не надо прогонять тех, кто приходит. Люди любят себя запутывать. И я любил себя запутывать, и может быть буду, но я этого больше не люблю. Вот, например, совершил человек подлость, а нам так не хочется с ним переставать общаться. Он же такой милый был. Нужно сказать, ну, его нужно понять. Ну, например, объясним это его экстравагантностью, то есть его поведением, или особыми обстоятельствами, или особым укладом ума, либо тем, что он, может быть, не созрел до каких-то вещей, не дорос. Но вот бывают случаи, когда даже понять невозможно. Тогда мы обязательно должны принять его поступок. Типа, ведь принимать это круто, да? Как раз тот случай, когда мы опускаем голову и говорим, ну да, но нужно учиться принимать. А еще, если мы уж его и любим, то и принять, и понять, и простить. Вот только проблема в том, что отвечать на вопрос «зачем?» мы особо не любим, потому что, друзья, я пришел к мнению, что люди любят свои иллюзии, просто любят жить в своих иллюзиях. Я лично не хочу жить в своих иллюзиях. Я пытался людям дать свободу, потому что для меня источник доходов, это не просто измеряется в деньгах, но и в количестве той свободы, которую он мне дает. Только не просто деньги, но и свободу. Если мне дают деньги, но в этом порабощают меня, то я от этого отказываюсь, я ищу другие пути. Но люди не хотят быть свободными, вот парадокс. Они не хотят брать на себя ответственность, они не хотят отказываться от своих иллюзий. Они хотят, чтобы кто-то за них решал. Какая-то мамка, какой-то папка, не знаю, какой-то спонсор, какой-то наставник, какой-то начальник и так далее, и так далее, и так далее. То есть вопросами, вот зачем, мы не особо любим задаваться. Потому что если нас предали, то мы можем... И понять это, да, я реально много раз ставил себя на место другого человека и продолжаю это делать. И даже принять мы можем, и даже простить мы можем, но при этом прекратить отношения, услышьте меня. Ведь прекращаем мы их не потому, что мы не поняли, не потому, что мы не поняли или не приняли. Нет, мы просто понимаем, что от этого человека можно ожидать, понимаете?
И все говорят, что нам нужно меняться, что люди могут меняться. Я в это верю, что люди могут меняться, но не все, большинство не хотят меняться. Это опять же, знаете, что такое работа над собой? Это просто огромнейшие усилия, и не все готовы на эти усилия. Поэтому мы знаем, что от человека, который предал себя или поступил подло, просто знаешь, что от него ожидать. Ты его понимаешь, принимаешь, прощаешь, но ты прекращаешь с ним взаимодействие, общение. Мы просто не прячемся от факта его поступка, не надо прятаться, от поступка, который характеризует этого человека. Да, мы тебя поняли, мы тебя приняли, мы тебя простили и даже не перестали, может быть, где-то любить, но давай дальше как-нибудь без меня. И даже если я помогу тебе когда-либо, то не потому, что у нас восстановились отношения, нет, потому что я просто не такой, как ты. Вот и все. Помните, любовь часто замыливает глаза, понимаете? Вот я люблю, поэтому я ему не буду говорить что-то, или я ему просто прощу все, закрою на все глаза. Нет, нет. Любовь, она когда помогает тебе стать лучше, и если мое прекращение общения поможет тебе хоть как-то стать лучше, то я только рад за это. А иначе с тобой нельзя. Может, тебя этому, если тебя и это ничего не научит, тогда извини меня. Любовь к друзьям, вот замыливает глазам, к близким, к кумирам. Если не хочешь сильно разочаровываться человека, то, как говорится, не сильно очаровывайся. Мы словно игнорируем некие факты, но разочарование наступит рано или поздно. Трусы останутся трусами, лицемеры останутся лицемерами, подлецы останутся подлецами, предатели останутся предателями. Предателями. Те, кто привирал, всегда будет привирять. Те, кто выбирал деньги вместо отношений, всегда будут выбирать их. И чем дольше мы игнорируем поступки, покупаясь на красивые слова, тем труднее будет оправиться после удара. Это маленький отрывок от того, что сказал Андрей Веретников. Друзья, вот это мои выводы и мои, скажем так, планы. Мои планы, что я буду идти без иллюзий в новом году. Я готов, я способен стать очень преданным другом для кого-то, но только если это взаимно. Если меня уважают, я буду уважать. Если мне преданы, я преданный. Если мои интересы учитывают, я буду учитывать другие интересы. Раньше я относился к людям по-хорошему, а сейчас я буду относиться к людям взаимно. Ничего нету в этой жизни лучше взаимности. Понимаете? Я буду прагматичен, но я готов на большую любовь, и глубокую преданность, и на большую дружбу, но только с теми, кто учитывает интересы мои, кто, во-первых, уважает меня и любит меня, а не то, что он во мне видит, или то, что он хочет от меня видеть. Знаете, как многие типа любят ради какой-то статистики, или потому что ему от тебя что-то надо, чтобы ты с ним сотрудничал, или чтобы ты просто проходил куда-то на какой-то, там, посещал и числился его куда-то в какой-то структуре и так далее. Нет, если вам я интересен, тогда и вы мне интересны. А я вам, если вам интересно для чего-то, то у нас могут быть, это не хорошо и не плохо, но у нас могут быть только партнерские отношения. Но те, кто предал, там, подло поступил с ними, даже никаких вообще отношений, даже партнерских. Понимаете? Вот мои выводы, вот мои решения для Нового года. Это мои решения. И в принципе, вы знаете, это меня делает счастливым, это меня освобождает. И я, в принципе, хочу быть с теми, кто хочет быть со мной. И, понимаете, как минимум, чтобы они проявляли уважение, как максимум любовь. И я готов на взаимность. Друзья, я вам желаю всего хорошего в новом году. Я вам желаю не жить в иллюзиях. Потому что, понимаете, это как одеяло, тебя так убаюкивает, тебе хорошо, но это иллюзии, понимаете. Иногда, знаете, у меня тоже был полон дом друзей, за столом был полон стол друзей и так далее. А сейчас хочется спеть, как в этой румынской песне, «Чине стела масамя», да, кто был за моим вообще столом, получается. Лучше, понимаете, лучше меньше, но лучше. Но чтобы это было реально, а не просто так иллюзорно. Я вас всех поздравляю, поздравляю ваших семей. И те, кто будут со мной, у нас великие планы впереди. Я буду работать в интернете, я хочу запустить несколько проектов в интернете на Новый год. Я хочу много чего сделать. И, друзья, позвольте мне в конце, я себе налью немножко вот букетика Молдавии, налью себе в стаканчик. И я подниму бокал за всех нас, за нас с вами и за хрен с ними, извините меня за это. И я буду
дальше продолжать действовать в интересах своей семьи, своих детей и любить тех, кто любит меня, уважать тех, кто меня уважает, и сотрудничать с теми, кто хочет со мной сотрудничать на взаимовыгодных и взаимоуважительных основах, на паритетных основах. Я вас люблю, целую, обнимаю и с наступающим вас 2017 годом. Все будет хорошо, поверьте мне. Посмотрите на эту улыбку, поверьте, все будет хорошо. Пока-пока.